Судьи при обращении с иными лицами и взаимодействии с ними боятся ненароком нарушить этический кодекс судей, или у них действительно высокая культура и мораль? Что значит «с иными лицами и взаимодействие с ними»? Это что за иные лица и какое взаимодействие вы имеете в виду? Я вопроса не понял. Вот. А если с точки зрения заду, если читать, то у них действительно высокая культура и мораль. Да нет, конечно, у судей нет никакой высокой культуры и морали однозначно. Вот так я и думаю.